стало больше таких длинных передач. Сейчас необходимо нам взять опять под свой контроль. Сейчас позиция. Ну. Ой-ой-ой, шикарный гол забивает Александр Столяренко. Вот так вот становится счет 1-0. Я бы сказал, в стиле Лионеля Месси. Да, вот один из голов, который был... Обязательно спрошу потом, Саня, как он. Вы видел, что вратарь вышел или все-таки хотел сделать передачу? Ну, Саня такой мастер, что я не удивлюсь, если он так и хотел. Да, согласен. Возможно, так и есть. Будем надеяться, что он такой был. Он был похож на тот, который Лионель Месси забил, и который претендовал на звание, так сказать, лучшего года, гола года. Там, по-моему, если не ошибаюсь, венгерский какой-то там гол венгерского игрока стал лучшим. Тройки, по-моему, был гол Лионеля, и как раз он тоже таким вот парашютиком забрасывал мяч в ворот. Достаточно такой сложный был момент, потому что он находился не в створе, а для вратаря имеется. И для вратаря.